Дикие скричеры. Чемпионат начинается. Я знал, что план не сработает, если полагаться только на силу Ронана. Однако, думаю, что все, что мне пригодится. Ну вот. Очнитесь! Скажите, вы все следили за последними матчами диких скричеров? А? Вам повезло! Сейчас я назову скричеров, которые прошли скричер-чемпионат! Ксандер, нас показали! Я вижу Ринго! Пока что все эти гонщики второго класса! Но с этого момента все битвы будут состязанием гонщиков первого и второго класса! Это моя самая любимая часть чемпионата! Каждому гонщику предстоит сражение на пути к титулу величайшего скричер-гонщика в мире! Какая разница, какого они класса? Я всех одолею! Ксандер, это значит, что ты на шаг ближе к уровню Сейды. Вы станете равными. Не может быть. Сейда не просто первоклассный гонщик. Он непобедимый чемпион диких скричеров. Ха-ха-ха. Если честно, мне с ним не сравниться. Но не торопитесь загадывать. Я объявляю расписание предстоящих матчей. Ну что, давайте смотреть. Жду не дождусь. Самая первая битва, которая начнет скричер-чемпионат. Между кем? Между... Ну? На самом деле она... Ну уже! Это еще не было решено, так что отдыхайте, пока можете. Счастливо! Что? Ну, ты серьезно? У нас выходной, у нас выходной. Это отличный шанс хорошенько поесть. А то ты никогда так не делаешь. А? Ринго, ты знаешь все правила чемпионата? А разве они не такие, как на турнире? Нет, в матчах на турнире были разные правила, направленные на выяснение наших сильных и слабых сторон. Но в чемпионате правила не меняются от матча к матчу. Так что правила надо запомнить. О, это не проблема. Я скачал приложение, где диджей Скрич объясняет все правила. Так что это будет просто. Эй, Ксандер, Ринго, помогите мне с этими фотками, а? Это что такое? Новая прическа? Старая надоела? Я просто подумал, что пора бы кому-то сделать что-нибудь новое. Скричер-чемпионат будут показывать во всех уголках мира, включая родной город Ноа. Так что новое не помешает. Ха-ха-ха-ха! Да! Поэтому мне нужна новая прическа, чтобы все увидели, что я теперь крутой скричер-гонщик. Некоторые варианты слишком... Ха-ха! Ксандер! Ты ничего не понимаешь. Там, откуда я, такие прически можно встретить повсюду. Мода очень для нас важна. Может, мне тоже сделать прическу? По описанию там у тебя вроде интересно. Я заинтригован. А, да. У меня дома словно каждый день карнавал. Мы наряжаемся, веселимся и радуемся жизни, что бы ни случилось. Каждый день праздник? Вот это здорово! Я хочу туда! Хорошо, вы все приходите как-нибудь в гости. Вау, привет! Мульта! В моем городе все упорно тренируются день и ночь. Как только встает солнце, мы обливаемся ледяной водой, чтобы проснуться. И тренировки продолжаются. Сначала сотня отжиманий, затем еще сотня отжиманий на одной руке. Алекс, никто тебя не слушает. Следи за людьми. Но это не важно. Я все равно закончу мой рассказ. Ну что же, продолжай. Опять этот смех. Только вот не... Во имя ветра, во имя огня, во
Что-то я в этом не совсем уверен. И вот я здесь, королева Роза! Что? Какие еще фанаты? Что тебе надо? Меня не провести! Я никогда не присоединюсь к розовому отряду! Ты мне не нужен! Сегодня я пришла за теми тремя гонщиками! Не может быть, как она сумела нас заметить! Им что, совсем заняться нечем? Да, это уже начинает надоедать. Нас засекли. Теперь придется выходить. Вам не надоело за нами ходить? Возвращайтесь ко мне, рыцари отряда! Да брось, мы здесь, чтобы украсть их скричер-диски и сбежать. Зря я это сказала. Бежим! Да! Стойте, рыцари отряда! Вперед, Night Vision! У этой девочки явно что-то не так с головой. Вот кому точно заняться нечем. Лучше уйти отсюда, пока она не вернулась. Отличная мысль, куда? Мы думаем об одном и том же, да, Ксандер? Угу. Дикие скричеры! Дикие скричеры! Ну, наконец-то кое-кто разобрался с броском. Теперь я могу ехать на полной скорости. Ринго тоже стал лучше. Мне не так страшно выезжать на трассу. Вижу, у вас, ребята, ни дня без тренировок. Ну да, у нас выходной. Но почему бы не потренироваться? Понимаете, о чем я? Да, надо же готовиться к следующему матчу. Точно! Да! Мы все невероятно любим диких скричеров. Мы будто скричер-отряд. Скричер-отряд? Мне нравится. Да, мне тоже. Скричер-отряд! А теперь новости! Диджей Скрич! Я готов объявить расписание скричер-чемпионата на завтра! В первой гонке примет участие новый гонщик! Первый участник будет... Ринго! Это я! И его противником будет... Снежинка! Снежинка – загадочная гонщица второго класса, которая еще не сражалась в чемпионате. Завтра будет ее первое выступление. Итак, дорогие фанаты, следите за матчами, и вы вскоре увидите меня, диджея Скрича! Снежинка... Вы слышали? Похоже, что она новичок такой же, как и мы. Он назвал ее загадочной? Что бы это значило? Это вообще не важно. Я выиграю. Ринго, чемпионат — это очень сложно. Тебе придется подумать над стратегией. Не забывай, место гонщика определяют по тому, сколько очков он наберет во время матчей. Верно. Если хочешь победить, надо набрать как можно больше очков в течение битвы. Да, но как мне заработать очки? Ох, Ринго! Об этом даже я знаю. Это зависит от скричер-дисков, которые гонщики зарабатывают во время матчей. Объясни-ка мне поподробнее. Серьезно? Например, скричер-диск первого уровня стоит 10 очков, скричер-диск второго уровня 20, ну и так далее. Количество очков зависит от уровня скричер-диска. Ты понял? Значит, нужно найти диск сотого уровня. И тогда я буду на коне, верно? Нет, дисков выше шестого уровня просто не бывает. Да, но ты понимаешь, о чем я, верно? Сейчас самое главное — разобраться в правилах. Да, надо победить! Я немного волнуюсь, но ты же скачал то приложение, да? Да, конечно, я пойду домой его учить. Эй, Ринго, постой! Так вот, с кем я завтра сражаюсь. Блэр, скажи, что ты думаешь об этой битве. Ты справишься, ведь наши с тобой силы равны. Кроме того, рядом с тобой будет величайший скричер, твой Эльфезер. Так что беспокоиться тебе не о чем. Приветствую вас, фанаты диких скричеров! Все больше и больше гонщиков присоединяется к нам, и чемпионат становится все интереснее. Сегодняшняя битва вскоре начнется! Супер!
И в левом углу у нас... Это что это с ним? Красные глаза сочетаются с его волосами. Так вот, гонщик, который, надеюсь, хоть немного поспал, это Ринго. А в правом углу его сегодняшний противник – загадочная снежинка. Как думаешь, она не забудет правила? Я даже не знаю. Он всю ночь за ними просидел, понимаешь ли? О, Ринго! Бедняга! Неудивительно, что он уставший. Он же вроде говорил, что скачал себе приложение. Да, и он сказал, что там будут все правила. Да, сказал. Там такое дело... Ну вот и все. Осталось только пройтись по правилам. Так? Но Ксандр уже спит. Надо было раньше его спросить. Да не волнуйтесь вы, у нас же есть приложение. Ну что, поехали. Официальное приложение «Дикие скричеры» диджея Скрича. Ха-ха, вот это другое дело. Всем привет. Для начала я хочу всех вас поблагодарить за то, что приобрели приложение. А теперь я буду рад представить вам Скричер-компьютер. Нет, мне правила нужны. Скричер-гонщики, вот что я вам скажу. Нет, правила. На самом деле, Скричер-компьютер не имеет никакого отношения к корпорации «Миллион». Знаете? Да что он все болтает? Давай к делу. Ну что ж, поговорим серьезно. Наконец-то он расскажет нам правила. Итак. Вы знали, что моя сестра выглядит совсем так же, как и я? Удивительно! Что? Оказалось, что приложение, которое скачал Ринго, было о диджее Скриче, а вовсе не о правилах. Зачем оно тогда? Так что он не выспался. Ксандер, а ты знал, что диджей Скрич перенял свою прическу от матери, и он любит кетчуп, но ненавидит помидоры? Какая разница, Ринго? А что же мне делать? Черная Блэк, кажется, он не знает правил. Это уловка. Никто не может быть настолько глуп. А теперь объясняю правила. Поскольку оба гонщика впервые принимают участие в скричер-чемпионате, я перечислю правила со всеми подробностями. Ха, обожаю подробности! Для начала давайте посмотрим на арену. В скричер-чемпионате главной целью являются скричер-диски. Чем выше уровень диска, тем больше очков за него полагается. И не бойтесь, вам не придется считать диски самим. За этим следит скричер-компьютер, он покажет нам счет гонщиков. А, значит, тот, кто наберет больше очков, победит. И еще кое-что. Гонщики могут использовать скричер-диски усиления только один раз за битву. Это означает, что с его помощью трансформироваться можно только однажды. Подумайте, когда эта возможность вам пригодится больше всего. Похоже, битва начинается. За кого же мне болеть? Посмотрим, как пойдет матч. О, нет! Вы готовы? Дикие скричеры! Эльфезер. Дикие скричеры! Гонщики направили своих скричеров к одному диску, но Ти-Рекер успел первым! Отлично! Продолжай направляться к диску! Эльфезер, ускоряйся! А что происходит? Кувырок! Трансформация Эльфезер! Невероятно! Просто невероятно! Скричер снежинки Эльфезер поймала грозовой скричер-диск третьего уровня и заработала 30 очков! О, нет! Ты сможешь, Ринго! А? Битва только началась! Дисков еще много! Да, верно! Ти-Рекер — это наш шанс! Надо заполучить диски! Ясно!
Эльфейзер использовал атаку удар молнии, что возможно только со скричер-диском третьего уровня. Тиррекер, стреляй в нее лазером! Что-то от этого мало толку! Целься ниже! Целиться ниже? Ясно! Я ничего не вижу! Этот диск мой! Кувырок! Трансформация! Тиррекер! Получилось! Грозовой диск четвертого уровня! Скажу вам честно, настроение у меня сейчас отличное! А теперь счет ведет Тиррекер, который заработал себе 40 очков! Не советую тебе расслабляться! И не подумаю! Атака такая же, но имей в виду, что у меня диск более высокого уровня! Эльфейзер, хватай следующий диск. Ого, демонстрируя свои навыки и высокую скорость, Эльфейзер уклоняется от всех атак Тиррекера и ловит скричер без второго уровня. Кувырок, трансформация Эльфейзер! Тиррекер, вперед, нам нужны еще диски. Понял. Тиррекер получил еще 30 очков, но все еще не догнал Эльфейзер, которая поймала два скричер-диска подряд. Нет, это я должна там состязаться. Ринга даже не понимает, что делает. Когда я попаду туда, я стану чемпионом. Битва невероятно захватывающая. Круто! Поверить не могу! 10 из 10 скричер-дисков уже собраны! Счет равный! У каждого по 100 очков! Одной скоростью нам никогда не одолеть Эльфейзер, так что пора нам дать отпор! Дикие скричеры! Кувырок, трансформация, скричер-диск усиления. Я справлюсь! Дикие скричеры! Кувырок, трансформация, Эльфейзер! Эльфейзер, покажи им, на что ты способна. Это же... Сила крылья! Тиранудар! О, нет! Уходи оттуда, Тиррекер! Потрясающе! Атака Эльфейзер была такой сильной, что даже повредила саму арену. Все системы вышли из строя. Мой микрофон не работает. У нас осталось электричество. Мне жаль это говорить, но из соображений безопасности мы вынуждены прямо сейчас прекратить матч. Постой, погоди, скажи, кто победил? 100 на 100 очков, матч заканчивается ничьей. Значит, в особом ударе Эльфейзер? Нет! Поверить не могу! Используются черные силы. Так я и знал. 10 000 очков? У Сейды 10 000 очков? Он же чемпион! Но если мы сможем победить гонщика первого класса, получим дополнительные очки. Правда, пока что нам это не удается. Но Снежинка просто гонщик второго класса, как и мы. Знаешь, думаю, я бы ей проиграл. Но сражаться со Снежинкой было здорово. Я прямо чувствовал, как я становлюсь сильнее. Значит, мы все станем сильнее. Доктор Одис. Матч закончен. Вы восхитительно справились. Могу сказать, я вами горжусь. Я сражалась не в полную силу. Снежинку не остановить. Почему вы велели сдерживаться? Наша задача не в том, чтобы победить этих мальчишек. Я хотел убедиться в их способностях.
Мы подождем, пока проявится сила Скричер компьютера, а затем... Дикие скричеры. Курортники. Что? Неужели такое место и правда существует? Вот это интересно. Я знал, что магия существует. Это газетная утка. Думаю, это неправда, но взглянуть стоит. Дикие скричеры! Вперед! Да! Отлично! Дикие скричеры! Я сейчас, Рэтлкэт! Отлично! Ха! Готов? Кувырок! Трансформация! Рэтлкэт! Кувырок! Трансформация! Пирозавр! Ура! Получилось! Да! Мы поймали все три диска из метателя дисков всего за три попытки! Новый рекорд! Отлично! Если так и дальше пойдет, мы победим! Да, но тренировки бросать никак нельзя. А? Да! Тебе вот надо поработать над точностью броска. А пирозавр часто отвлекается во время битвы. Он отвлекается на твою прическу. На сегодня все. Ты молодец, Рэтлкэт. Я страшно устал. Да. Я сегодня тренировал бросок где-то 1000 раз. Оксандру этого мало. Ты согласен, пирозавр? Нет, бросай ты получше, мне не пришлось бы столько ездить. Ребята, поймите, если мы хотим стать первоклассными гонщиками, отлынивать нельзя. Что? Ксандр, нам надо отдохнуть, мы устали. Я знаю, но тебе нужно привыкнуть работать с пирозавром. Вы же только познакомились. Это не важно. Мы с пирозавром и так отличная команда. Мы на высоте и отлично играем. Я прав, дружище? Видите, мы во всем согласны. Может, займемся чем-нибудь кроме тренировок, Ксандер? Может, ты раз в жизни закончишь свою домашку? Тренировки, домашка! Разве нельзя хоть раз повеселиться? Ладно, но мы должны быть готовы к суперскричер-чемпионату. Ну же, Ксандер, расслабься. Серьезно, мы только и делаем, что соревнуемся, надо отдохнуть. Да, тренироваться важно, но не за счет своего здоровья. Ну, может, вы и правы. Ладно. Да! Ну, чем мы сегодня займемся? Я даже не знаю, а ты что предлагаешь? Я знаю. Помнишь тот парк, про который говорили в новостях? Отличная мысль, пойдем туда. Круто! Не понимаю, о чем вы говорите, но я с вами. Ха-ха, да, наверняка будет здорово. Вы же только что были невероятно усталыми. Это и есть тот парк? Насколько я знаю, говорят, здесь очень интересно. Ничего интересного не вижу. Я вижу очень много-много леса. Может, все это в лесу? Давайте поищем. Ну, как скажешь. Не входить. Здесь очень скучно. Скорее, странно. А? Что такое? Мне кажется, там что-то в кустах. Может, почудилось.
Передохну-ка я на этом удобном камушке. Я тоже. Ну что же, думаю, что пришла пора всем нам немного перекусить. Это... Сэндвичи из кафе «Воздушные арены». Я знаю, как Ринго любит поесть, так что я решил взять парочку. Это ты молодец, Ноа. А теперь давайте поедим. Да, можете приступать. Давайте уже поедим. Не так быстро! Что? Почему? Тебе нельзя, Спаркбак, потому что ты нам ничего не оставишь. Клевета! Да ладно вам, давайте их разделим. Да! Они что здесь делают? Мисс Энн, полагаю, они раскрыли тайну этого места. Должно быть. Здесь надо действовать осторожно. Это значит, что я избавлюсь от них с помощью розовой пены. Это мне. Спасибо. Помогите! Им не получить то, что принадлежит мне. Мисс Эх, прошу вас потише. Это просто какая-то кошка. Что? Что они здесь делают? А? Тогда на Ноа напала не только я знаю об этом месте. Но это не важно. Тот, кто встанет на моем пути, почувствует силу удара богомола. Удар богомола по поверхности стекла. Что это за звук? Просто... кошмар! Что это было? Так в этом парке еще и собаки есть? Мяу! 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 Здесь что, питомцев выгуливают? Как малявки нашли это место? Задачка будет непростая. Влад, мы справимся. Хватит болтать. Они пусть прохлаждаются, а мы выступаем. А что теперь? Как тут много животных. Да уж. Кажется, этот голос мне знаком. Ну же, Влад! Притворись животным, скорее же! Перестань, что ты делаешь? Это не похоже на животное! Влад, ты нас сейчас всех выдашь! Так это же просто слон! Ты уверен? Странный какой-то звук для зверя. Похоже, что Ксандр и его брат так наивны, что не узнают, что мы здесь, если мы притворимся животными. Понял, животные. Итак, какие у нас водятся звери? Я придумал. Мы будем пандами. Ты понял? Пандами. Мы панды, братец, панды. Смотри, это же те двое. Нео и Найджел. Знаете, это и к лучшему. Я не собирался притворяться зверинцем, чтобы вы нас не заметили. Конечно, Нео. Вы были совсем не похожи на панд. Ксандр, Ринго, Ноа и все остальные, кто прячется тут по кустам. Мы знаем, что вы здесь. Тайный источник будет нашим. Он никогда не будет вашим! Я мастер скрытности. Откуда вы все взялись? Так здесь нет животных, серьезно? Вы что, никого из них не заметили?
Расскажите, что это за тайный источник? Я слышал, что в Скричер-парке есть тайное место, в котором заключена невероятная сила. И нашедший сможет ею воспользоваться. Так что, когда я обнаружу это место, стану самым умным Скричер-гонщиком во всей вселенной. Этого не будет! Вот когда это место найду я стану самой великой Скричер-гонщицей! Нет! Я найду скрытую там технику и овладею ей! Но нет, мы найдем его первыми. Я правильно вас понял? Вы пытаетесь первыми найти тайное место, но не знаете, где оно и существует ли оно вообще, да? Да, в общем, ты прав. Кажется, это очень интересно. Ксандер, давай посмотрим, кто доберется туда первым. Да, точно! Давайте устроим гонку! Я ее выиграю. Думаешь, сможешь победить меня? Это отличная тренировка. Ну нет, победим мы. Это точно. Я и говорить вам ничего не буду. Вперед! Да! Согласно моим источникам, то, что мы ищем, находится на вершине этой горы. Ну что, на старт? Внимание! Дикие скричеры! Дикие скричеры! Дикие скричеры! Эй, это нечестно, обманщики! Они используют скричеров, так они победят! Наша очередь! Джейхок, ты готов? Всегда готов! Дикие скричеры! Кувырок, трансформация, Джейхок! Кувырок, трансформация, Ревадактиль! Кувырок, трансформация, Спарбак! Если лететь, доберемся быстрее. Отличная мысль, мы победим. Вот именно, нам никто не помешает. Какой наивный. Эй! Но! О нет, ребята, помогите! Болотная ловушка! Нет! Джейхок! Это очень грубо! Ревадактиль! Нет! Надо что-то делать! Судя по всему, вашим скричерам не выбраться из болотной ловушки Крокшока. Скажу с уверенностью, что никто из вас не победит. Вообще-то, ты это зря говоришь! Дикие скричеры! Нет, я забыл, что у него теперь два скричера. Я готов! Найджел! Мне кажется, или он очень противный? Не кажется. Эти летающие ребята думали, что обойдут нас. Зато теперь тайный источник будет нашим. Я слышала, что его волшебство дарит вечную молодость. Вы только представьте себе. Что? Я думал, волшебство источника дарит всем классные мускулы. О, нет! Почему ты остановился? Ха! Что такое, Monkey Ranch? Только не снова! О, какая красивая леди! Я влюблён! Люблю я больше бананов! Эй, мы так проиграем гонку! Стив, разберись со своим скричером!
Не могу! Когда он влюблен, его просто не остановить! Это настоящая любовь! Я люблю тебя! Ты такая красивая! Теперь, когда о них можно не беспокоиться, я грациозно проследую к финишу, а затем я стану величайшей скричер-гонщицей в мире! Мы почти у цели. А? Что? Нет! Реттл Кэт очень быстрый! Не отставай, пирозавр! Конечно! Пусть первая победа осталась за ними, у нас еще есть шанс выиграть гонку. Ты прав, Нео. Вперед, Стингшир! Я за тобой, Влад! Быстрее, Найтвиллер! Скорее, мы должны победить! О, не верится, что они меня догнали! Я избавлюсь от них с помощью моего секретного оружия! Мисс Энн, может, не стоит? Почему? Да ладно! Мы перелетим через них и легко выиграем! Мисс Энн, я не согласен. Мне будет стыдно проиграть гонку на скорость. Позвольте мне применить свою стратегию. Победа будет за нами. Ладно, тогда покажи им, на что способен. Как скажете. Пирозавр, спорим, на вершине горы куча дисков. Скричер-диски. Извините, простите. Что? Он быстрый. Как это? Что? Я точно выиграю гонку. Осталось недолго. Хотите соревноваться в скорости? Я не против. Вперед, Найтвижн! Ты победишь, Реттл Кэт. О, это тот источник? Еще чуть-чуть. Кто первый? Кто победил? Скажу вам честно, Найтвижн, ты обошел меня в последний момент, признаю. Отлично, молодец, Найтвижн. Спасибо, мисс Энн и Реттл Кэт. Это потому, что у тебя морда длиннее. Реттл Кэт, ты молодец. Так это финиш? Да, это он. Это тайный источник волшебных сил. Ого! Симпатичная пещера. Ух ты, а здесь очень красиво. И она принадлежит мне, победителю гонки. Так что вам пора уходить. Не обязательно вести себя так грубо. Мы просто хотели посмотреть. Ты очень грубая девочка. Тебе стоит потренировать свои манеры. Хватит уже болтать, уходите. Только я окунусь в волшебный источник, все мои желания тут же исполнятся. Все, чего бы я ни захотела. Да, мисс Энн. Итак, я хочу стать величайшей скричер-гонщицей во всем мире и еще победить в супер-скричер-чемпионате. А еще я желаю, чтобы мастер Ронан без ума в меня влюбился. Но, мисс Энн, вы уверены, что заходить в этот источник безопасно? Силу источника. Что такое? Разум подсказывает мне, что что-то пошло не так. Ее ударило током? Ого. Я об этом слышал. Что? Я видел в скричер-новостях, что в скричер-парке обнаружили источник, проводящий электричество. Это опасно, поэтому парк пришлось закрыть. Подождите, хотите сказать, что этот источник лишь бьет людей током? Да, люди получают электрический шок, но для скричеров это очень полезно, поскольку они механические. То есть так говорили в новостях. Так мы зря старались? Раз это полезно для скричеров, отправим их искупаться. Хорошо. Какое потрясающее чувство. О, да. Вот бы каждый день так. Это так освежает. Потрясающе. Я будто заряжен энергией на весь день. Я чувствую, как мне становится лучше. Тамала, не хочешь попробовать? Нет, иначе меня ударит током. Им хорошо. Я тоже так хочу.
Ха-ха-ха! Хорошо, что эта гонка была не зря. Скоро стемнеет, пора домой. Я полон сил. Хотите, я отвезу вас домой на спине? Спасибо. Я думаю, что мы сможем еще раз навестить это место. Согласно моим расчетам, нас ударило электричество от Джейхока. Электричество. Электричество — это больно. Ксандер, я не уверен, что хочу еще раз сюда приходить. Это точно. Дикие скричеры. Судьбоносная встреча. Леди и джентльмены, вы слушаете диджей-новости. Мы рады фанатам диких скричеров со всего мира. Сегодня у нас очень важные новости. Скоро начнутся матчи финала скричер-турнира. Вы готовы, дорогие зрители? Готовы? Я вас не слышу! После окончания матча и, соответственно, окончания турнира все гонщики первого и второго класса станут участниками скричер-чемпионата. Что касается новых гонщиков, когда вы пройдете турнир, вам будет присвоено звание гонщика второго класса, и вы тоже сможете принять участие в чемпионате. Матчи, которые позволят вам заполучить титул гонщика второго класса, пройдут завтра. Наконец-то! Ура! О, да! А теперь давайте ознакомимся со списком гонщиков, присоединившихся к нам. В самом верху нашего списка находится Ксандер и его брат Ринго. Встречайте! Смотри-ка, мы оба на первом месте. Не волнуйся, это ненадолго. Я тебя обойду и очень скоро. Это мы еще посмотрим. Я на последнем месте, хуже и быть не может. Гонщики, которые получат звание второго класса и возможность участвовать в чемпионате, будут объявлены завтра после последнего матча. Я на последнем месте, что же делать? Но! Но! Что ты такой грустный, дружище? Что? Ничего, я не грустный. Мне пора. Пока. Я что-то не то сказал? Кто знает. Ну, куда это ты бежишь? Тот, кто на последнем месте, никогда не получит звание гонщика второго класса. Я должен что-то сделать. Завтра начнется финальный раунд турнира. Да, мое прекрасное лицо тоже в списке. Вы видели? Вы должны позаботиться о Ксандере и Ринго. Да, вас понял. Влад, на этот раз мы их одолеем. Хм, точно. Это не обязательно. О чем это вы? Я многое разузнал о наших противниках. Вам нужно будет всего лишь следовать моим указаниям и завести их в готовую ловушку. Ну, а куда это мы идем? У нас тренировка с Ксандером и Ринго. Мы не пойдем. Я на последнем месте списка. Тренировка мне не поможет. Не знаю. Я не представляю, что же мне теперь делать. Что, если я не попаду на чемпионат? Может, мне лучше ехать домой? Правда думаешь, что нам здесь нечего делать? Я не знаю, но последнее место меня не устраивает. Мисс Энн, скричер-чемпионат начнется уже совсем скоро. Это мой шанс. Я обязательно окажусь на первом месте. Я так вами горжусь, мисс Энн. Сэр.
делать? Кошмар. Слушайте, что там такое происходит? Там злой бездомный скричер, который всем угрожает. И похоже, ему нравится все блестящее. Недавно он похитил фонари, представляете? Он победил опытного гонщика. Он очень силен. А говорите, он бездомный скричер? Так ты, Ноа, ты скричер-гонщик! Я смотрел турнир по телевизору! У тебя же есть скричер! Ты можешь его победить! Я? Это сильный скричер! Ты же скричер-гонщик! Ты сможешь! Да, это будет просто! Ну, видите ли, я не знаю, у меня есть дела! Помоги нам! К сожалению, будет здорово! Привет всем! Я рад вас видеть! Мы все собрались на финал турнира! Сегодняшний матч будет охотой за скричер-дисками усиления! Нашим гонщикам и их верным скричерам предстоит разыскать диски, спрятанные на этой арене! Охота за дисками? Воздушная арена огромна! Как нам найти малюсенький диск? Нужно просто найти скричер-диск, это будет легко! Не торопитесь, да! Вам нужно будет не просто найти скричер-диск! Ваш диск могут похитить до того, как вы доберетесь до финиша! Когда гонщик найдет свой диск, его положение будет показано на карте! И этому гонщику нужно будет избегать атак других участников и защищать свой диск! О, это будет не так-то просто! Я знаю! Нужно остановить гонщика, который первым получит диск! Именно. Так и сделаем. Мало того, вместе с нашими новичками в гонке будет участвовать уважаемый гость. И это... Ронан! Кто осмелится выступить против Ронана, гонщика первого класса, а? Но он же не новичок! Ой, а где Но? Как странно. Его здесь нет. Какая разница? Одним противником меньше. Вот именно. Хорошие гонщики не опаздывают. Но где он? Говорят, что тот скричер любит лес. Спасибо, что помогаешь нам, Ноа. Да. Спасибо. Ну, хорошо. Бездомный скричер – это не так уж и страшно. Ну что, все ли готовы? Дикие скричеры! Да! Дикие скричеры! Ча-ча! Дикие скричеры! Мы справимся, Найтвижн! Ясно. Найди диск, Гейткрипер! В поисках диска! Давай бросать, Ксандер! Дикие скричеры! Дикие скричеры! Кто же сумеет первым найти свой диск усиления? Ринга, где нам начать поиски? Лучше спроси Ксандера. Начнем с мест, которые мы знаем. Тогда давайте начнем с кафе. Я это место хорошо знаю. Там такие сэндвичи. Сейчас не время думать о еде. Это наш Ринга. Перестаньте, еда это классно. Они направляются в кафе, как я и планировал. Диск усиления, где же ты прячешься? Дикие скричеры! Кувырок! Трансформация! Скинчер! Укус скорпиона! Откуда он тут взялся? Зачем вы это делаете? Ха-ха-ха!
Что ж, Спаркбак, похоже, что того скричера здесь нет. Мне это не нравится. Чуть не попался. Главное, не останавливаться. Стрелы! Кому нужно столько ловушек? Почему он за нами гонится? Мы ведь еще даже не нашли свои диски усиления. Разберемся с ними, Ксандр. Другого выхода нет. Дикие скричеры! Мы окружены. Так нам не превратиться. Бежим туда. Дикие скричеры! Сковорок. Трансформация. Бункеры! Что происходит? Ксандр и Ринго окружены тремя серьезно настроенными скричерами. Постойте! Сигнал от камер перестает поступать. О! Боюсь, что это пошло не так. Мастер Ронан, я перехватил сигнал. Все камеры, показывающие битву, были успешно отключены. Ха, на этот раз ничего не помешает. Ну все, я надеюсь, что на этом ловушки закончились. А там впереди пещера. Ого! Думаешь, тот скричер здесь, а? А? Это же... Он что, украл все эти диски? Как ты смеешь приближаться к моим дискам? А? Это ты бездомный скричер, о котором все говорят? Эти диски все, что у меня есть. Я не позволю тебе их украсть. Мы не собираемся воровать твои диски, честно? Спокойно, но он страшный, но может с ним можно договориться. Наверное, ему одиноко в этой пещере. Точно. Может, мне удастся убедить его стать моим напарником, и я стану сильнее. Уходи прочь. Постой. Я уйду, но... Я хочу попросить тебя о помощи. О помощи? Послушай, я всегда мечтал стать великим гонщиком и соревноваться на воздушной арене с лучшими из лучших. Но я оказался на последнем месте в турнире. Меня исключат. Я в этом уверен. Но я не откажусь от своей мечты. Присоединись к моей команде. Я стану сильней, а у тебя будет дом. Стать сильнее, да? Вот что для тебя важнее всего. Да, да! Что теперь? Вы посмотрите, кто меня навестил. Они уже сильно вымотались, как я и планировал. О чем это ты говоришь? Ты что, еще не понял? Вы с Ринго угодили в мою ловушку. Это ловушка? Именно. Я приказал этим болванам напасть на вас, чтобы вам пришлось убежать. Они привели вас прямо ко мне в руки. Что мы тебе сделали? Я отомщу. Вы осмелились провести меня в нашей битве и заплатите за это. Начинайте просить меня о пощаде, и, может быть, я не уничтожу ваших драгоценных скричеров, как жалкий мусор. А нет, Рэтлкэт и Тирекер уже изрядно потрепаны. Если они попытаются вступить в бой,
Ты что, шутишь? Я никогда не сдамся такому, как он. Ксандер! Ни за что! Ха, неправильный выбор. Уничтожить их, дикие скричеры! Кувырок, трансформация, найбай! Не сдавайтесь! Кто это? Покажись! Но! А теперь поздоровайтесь с пирозавром! Ты скричер-гонщик, значит, у тебя есть скричер-диск усиления. Есть! Скричер-диски очень важны для меня. А в доме можно собрать еще больше скричер-дисков. У меня будут скричер-диски, а ты станешь сильнее. У каждого из нас будет то, чего он хочет. Что скажешь? Договорились. Ага. Ты не пожалеешь. Смотрите, что умеет делать мой новый напарник. Это просто потрясающе! Дикие скричеры! Ты знаешь, что делать, пирозавр! Кувырок! Трансформация! Пирозавр! Какой сильный скричер! Но где ты нашел этого скричера? Потом объясню. Пирозавр их всех обездвижил. И это ваш шанс контратаковать. Вперед, Рэтлкэт! Конечно! Дикие скричеры! Ну, поехали! Кувырок! Трансформация! Рэтлкэт! Меня не одолеть! Победа будет моей! Рэтлкэт! Не может быть! Замечательно! Да! Ты победил, Ксандер! Мы сдаемся! Опять проиграли! Нет! А? Нечестно! Нечестно! В следующий раз устроим честную схватку! Какой же он ужасный! Где же диск усиления? Это диск мой! Да. Где же все-таки диск? О-о-о-о, мы вернулись! Мы снова в эфире, леди и джентльмены! Ну что ж, давайте посмотрим, как продвигается наш матч. И у нас есть победитель, гонщик, который нашел диск усиления! Этот диск, я нашел его по дороге сюда. Победитель нашего последнего матча турнира — это Ноа! Не знаю, что сказать. Спасибо всем, кто помогал мне, дикие скричеры. Ну что ж, а теперь я объявлю результаты нашего турнира. Следующие гонщики станут гонщиками второго класса. Ксандер, Ринго. Да. Мои тренировки дают о себе знать. Влад! Тамала! Стив! Так мы правда прошли? И, конечно же, Ноа! Получилось! Постойте! Ты назвал всех гонщиков из списка! Вы все продемонстрировали нам много прекрасных битв! И это решение принял скричер-компьютер! Вы все очень талантливые гонщики! Поздравляю вас всех! Теперь я гонщик второго класса! Ха! Спасибо, пирозавр! Вы все примите!
примите участие в чемпионате как гонщики второго класса. Я с нетерпением жду вашего выступления. Теперь нас ждет чемпионат. Отлично. Мой план идет, как и задумывалось.